Соединенные Штаты будут расшифровываться как социалистические Штаты Америки. Только тогда мы почувствуем на самом деле мир. Только тогда мы будем уверены в завтрашнем дне. Покуда у наших границ, в том числе у нашей страны, у наших границ, обитает такой сосед, как Южная Корея, в завтрашнем мире мы не можем быть уверены. Мы должны сегодня с вами еще и заявить о том, что в Южной Корее сложился режим диктатуры. Сложился режим, в котором преследуется инакомыслие. Режим так называемой демократии. Но демократия у них совсем в других понятиях. Если ты слушаешь северокорейскую музыку, только лишь музыку, тебя уже сажают в тюрьму. Не случайно мы сегодня поставили здесь северокорейские марши. Потому что в этом преступном государстве, в Южной Корее, они запрещены. Если ты хоть как-то голову подымешь против преступной политики Ли Мюнбака, опять же корейцев сажают в тюрьму. Почему так происходит? Потому что у Ли Мюнбака нет национальности. Потому что он не кореец. И они не корейцы. У предателей, у марионеток не может быть национальности. Сегодня корейцы только те, кто говорят правду. Корейцы те, кто защищает свою культуру. Кто не боится гордо сказать на своем, на корейском языке: «Я кореец». А сегодня большинство граждан с Южной Кореи разговаривают, в принципе, на английском языке. Их заранее готовят к колониальному рабству. Сегодня большая часть граждан в принципе, понимая политику преступную Ли Мюнбака, выступила бы против. Но боятся люди, боятся тюрьмы, в которой уже сегодня сидят тысячи политических заключенных на территории Южной Кореи. Боятся последствий, боятся своего будущего. И мы сегодня заявляем, что мы, русские люди, мы рядом вместе с нашим соседом КНДР. Мы рядом с ее полководцем, генералом Ким Чен Ыном. Мы рядом с КНА. И если от нас будет зависеть, мы так же, как и другие прогрессивные народы мира, станем грудью на защиту мира и стабильности. Будущее корейской нации за Ким Чен Ыном, за трудовой партией Кореи, будущее Кореи одно. Она наконец-то будет освобождена от американского ига и станет социалистической. Спасибо. Борцов среди нас становится за социалистические идеи. И здесь, на этом мероприятии нашем, позвольте мне выполнить такую миссию и вручить комсомольский билет вновь нашему принявшему, вступившему в ряды комсомола товарищу. Комсомольский билет вручается Ефремову Олегу Владимировичу. Ура! Ура! Олег, поздравляю тебя. На этом мы наш митинг завершаем, заявив еще один раз, в который раз, о том, что мы и прежде будем выступать против преступной политики марионетки Ли Мюнбака,
против преступной политики капиталистических кругов Южной Кореи, против фашистского президента Обамы, который пытается диктовать свои условия странам независимым, у которых есть свое политическое устройство и свое видение на ситуацию в мире. Будущее за социализмом, будущее за Объединенной Кореей. И она будет под вот этим флагом. И она будет во главе с полководцем Ким Чен Ыном. Спасибо всем, кто пришел и поддержал сегодня в трудные времена народ Кореи.